Продолжаем разбор 83 форм, точнее их применения. Седьмая ши, которая называется шоху пипа, сыграть на пипе. Это выражается вот после этого движения, идет такое движение. То есть раз. Точнее, брод. В форме это вот так происходит. Вот. Шоху и пипа. У нас в руках музыкальный инструмент. Применение. Применение. Более вероятно, захват. Еще раз. Немножко по-другому. Движение вот.